На пирсе, как и в прошлый раз, место, в кавычках, не клёво, было свободно. Я расположился точно так же, как и в прошлый раз. Буксир был на месте, пасмурная погода также давала мне шансов слегка намокнуть. Время такое же, одним словом, одинаковые условия. Вроде и не уезжал никуда. Тут же пошли поклевки, и после короткой подсечки ощутил тяжесть упорной камбалы. Не успел справиться с заглотышем, меня сосредоточило на другую удочку. И опять приятная тяжесть на крючке, и опять мысли: вытащу или удерет эта рыбка от меня. Пора отпускать. Мелочь отпускаем, а хорошую отправляем в ведро ожидания. Можно все время стоять у удочек, так как поклевки идут часто, но мне хочется понаблюдать со стороны, как клюет рыба, и поэтому приходится устраивать забег к удочкам. И каждый забег мне приносит вкусный бонус. Некоторым людям не нравится морская рыба из-за необычного привкуса. Я как-то узнал, что запах или неприятный вкус рыбы можно удалить при помощи меда. И хоть мне нравится любая рыба, решил попробовать пожарить камбалу с медом. Посолил рыбку, обмазал медом и дал полежать ей несколько минут. Затем обвалял в муке и пожарил. Вкус рыбы был необычно вкусным. Привкус морской рыбы ушел. А сочетание соли с медом дал интересный вкусовой эффект. А еще рыба после сковородки приобрела очень красивый вид. Рекомендую всем попробовать приготовить так любую рыбу. Особенно рыбу из аквакультуры. Рыба, выращенная в прудах или в бассейнах, имеет землистый вкус. Это вызвано веществом гиасмином, которое вырабатывают некоторые бактерии и водоросли в аквакультурной воде. Я сам много занимался выращиванием рыбы и боролся с этим неприятным явлением хорошей, дорогой очисткой воды. Содержал рыбу в проточной воде несколько дней. Запах и вкус тогда уходил. Не все рыбоводы так поступают, дорого. Поэтому рекомендую мед. О, еще одна увесистая штучка попалась.
еще один пучок. Время рыбалки подходит к концу. Хорошо провел вечер. Завтра на работу. А всем до новых встреч. До свидания.